Вот, нам же их вынести надо, да? Кого? Как бы надо, да. Где кого? Ну, пойдем. А, вот этих? Епископ, давайте епископу пизды дадим. Я хочу епископу пизды дать. 4, этому 5, мерзкому. Ебать, а что, это черви лазит, что ли? Так, короче, суть в том, что один должен начать разговаривать с Александром и не... заканчивать разговор, я понял, я пошел. Да. Подожди. Когда Александр подойдет к Гейсту, вот так вот здесь где-то будет, тогда пойдешь с ним разговаривать. Помигай еще. Все, иди разговаривай, быстрее, иди. Вот. О, успел. Так. Не, можете с толстой вылазить. Все, жду. Да, жди, сейчас все будет. Ебать, это что это за зверье такое стоит? Гейст? Гейст убийца? Гейст, да, ебать. Опасен хуй. Скажу сразу, сейчас мы тут будем страдать. Мы всегда страдаем. Да, я сохранюсь, да, кстати, вы это не забывайте напоминать. Это достаточно тяжелый бой. Так, скиллы у меня стоят, все стоит, я похиленный, нет. Дайте. Нихуя себе, кто мне такой кинжал скинул, блядь? А это не кинжал вообще? Я скинул тебе, а у это... У тебя же скиллы не распределены, Сань. Да, мне, я не знаю пока что качать. Мне все хватает. Не начинайте бой. Я тебе кинжал скидывал какой-то. Какой-то двуручный меч, а это как-то копье есть, блядь. Ебать у него урон, просто пиздец. Так, я скиллы пока поставлю. Жало ужаса, кто мне скинул? Я, наверное. Я какой-то фиолетовый тебе ножик скинул. Это не ножик, это копье. А, ну, может быть. Так, ладно, что делаем? Че, я тут выставлю все. Так, я пока тут это, скиллы выставляю, у меня что-то попутанное. Так без палева вокруг него бочки, блядь, растут. Так и пацаны, а, собственно, что происходит? Вот на бочку, уберите оттуда. Да, я сейчас оттягиваю. Да, я скиллы рассортирую. А мне у него посох нравится, кстати, красивый. Да, заберешь. Ну, в смысле, беру. Отдам Виксу. Все, могу? Нет, подожди. Подожди. Да, я скиллы поставлю норм. Во. Вот это я понимаю, все. Я готов. А хотя у меня еще скиллы, по-моему, были. Не задист. А, вот какой-то. Благословение, правда, благословение. Так, ох, этим ебать точно пизда ты будет. Так, загрязнение. Так, Тямка, ты сюда. Клучник. Ебать, понаставил Рома. Нет, ты точно это пиздец. А где клучник? А сверху клучник. О, бля, я на их могу залезть? Там лестница, если чё. А, да, давайте. А, не, блин, я этого хочу пиздить. Ты можешь ко мне сюда тоже. Ты ж магом? Да. Я на эту, на эту, слева. Либо вот здесь сюда, можешь да остаться, да. Ой, и бочку поставлю туда, чтобы не залезли. Ну, бочка еще пригодится нам, ну ладно. Ну, с водой да можете поставить. Там. Ну, с водой. А, бочку водой знаешь куда? Бочку кинь под этого, под Диму. А, водой? Дима. А, не докину, вот, наверное. А, не докину. Вот Дима, мо... А, нет. Ты пиздишь с ним? Ну да, я не могу не. Да сам слез поставь сейчас бочку туда. Пацаны, перегруз тяжело. Сейчас схожу под Диму, или такой идет. Пацаны, тяжело ноша. Свое говно не тянет. Я его главное не сбей. Не-не-не, подальше. Чуть-чуть. Сюда? Да. И разбей ее просто. Но не сейчас. Не сейчас. Когда в огонь пойдет, тогда и разбей. Не-не-не, разбивай сейчас. Точно? Вы определитесь, а то я на измене. Сейчас разбивай. Все, отлично. Все, на выход. Я продолжаю. Жму? Ну, типа так, да. Подожди, смотри, ты можешь либо закончить диалог, либо я сейчас могу так начать бой. Я хочу закончить, все по красоте. Заканчиваю. Просто я не хочу, чтобы... Сохрани сейчас. Да, давай. Если Александр уйдет с этого места, тогда вся вот эта хуйня, она бесполезна. Да не уйдет он никуда. Тём, гранаты есть? Зажигать? Кинуть вниз? Побег. Ох, блядь, мне не понравится сейчас. Кинь в Александра, вот сюда куда-нибудь, если достанешь. На нахуй!
Бать! Ну вода сильно не помогла Диве. Подожди, а почему он не сдох? Я не горю, все нормально. Загружайся. А что, он должен сдохнуть на раз? Так. Почему? Я дубочки, наверное, далеко слишком от него поставил. Ты про гейста? Может, пофиксили просто? Да, кстати, это спатч вышел. Ну ставь бочки. Это там описание патча на 50 листов вышло, покиньте. Я вообще охуел. 50 листов патчик. Такой нехиленький. Блять, Рома задел. Ты мудак. Давай загружусь. Вали оттуда. Давай, подожди. Дай загружусь. Подожди, дай бочки. Я себе нахуй нет. Писи в писи, покончить на писю. Вот это, ну, блять, уровень. Дима извращенец. Дима такой. Давайте, ладно, убивайте. Оставляйтесь, блять. Да все уже готово. Все уже украдено до нас. И написано на писю. Все, можно начинать. Чё? Взрывайте! А, там еще один стоит снизу. Ну я Рома туда портанул. На нахуй! Чуть-чуть получше стало, но не сильно. Ну ладно, похуй. Похуй, блядь. Убиваем их. Вы не могли бы дождь снизу забахать, чтобы я подойти мог? Нет. Нет, ты вообще к ним не подходи, ты наоборот стой, где стоишь. Они сами к тебе подойдут. Они тебя отпиздят за два хода. Вот этот особенно гейст, у него бешеный урон. Да? Да. А мы сейчас посмотрим. У него урон. Сила 19. А что ко мне магистр какой-то не там? Да, 64-69, да. Нихуя себе. Рокировку сделал. Так, Александр съебался, да? Да, он горящий стоит. Ну давай этого гейста. Да, я не буду. А где Александр? О, он наверху, справа. А, ебать. А думаете, ебать. Типа, вор? Ну, это типа ассасин, наверное. Он же убийца. Ассасин. А чё... Наверное, надо было тоже ко мне встать, Сань. Огонь. Сверху бы стрелял. Да ладно. Огонь 10. А, его сжечь только. Выжигать этого скотину. Ебать. М? Кто там бегает еще? Влага. Куда он там попёрся, блядь? О, может того запиздить. Магистр рыцарь, да мне до него еще дойти надо. А, ты сейчас ходишь? Нет, сейчас Саня ходит. Сейчас я... Я думаю, этого надо добить. Подожди вон там наверху, чтобы тоже все горело. Да нет, гейс-то я добью. А да? он сам сдох, у него горение какое-то через часа. Да, ну, тогда вот этих двоих пацанчиков подожгу. Там вот я стою. Вот. Ты внизу. А кто у меня? У тебя каменная глыба есть? У меня есть вот такая хуйня. На тебе, ублюдки! Блять, а что я делаю внизу? У меня вниз по ТП ходит. Да, тебя поменял на... Да, на чувака. Блядский козел. Ебать, он его похилил, сучёныш. Как посмел, скот. Магистр убийцы. Вижу. Че, как на... Пока он добежал. Лезь наверх, Тёма. Тём, если можешь... Да. Ой, Ярик. А где Александр? Да справа стоит. А, вон он, блядь. У меня посох классный. Виктус надо. Это мы заберем. А мне молоток бы двуручный. Бля, Дима, тебе нужно убить чувака, который слева возле лестницы стоит. Магистр убийца. Ну, сейчас до меня очередь дойдет. Я могу потушить при необходимости всю эту хуйню. Не-не-не, тушить пока вообще не надо. Пускай горит. Ну ладно, я Диму туда похиляю, я дам. Пускай бежит ко мне, спасает. Добивай этого, Рома. А как очки исток увеличить? От одного. Казнь! Нихуя себе, он отъехал. А, ты тоже взял эту хуйню? Там потом...
Лучше нижнему снимите броньку. Да я не вижу его. Я бы его застанил тогда. Я лучше там помогать. Ну давай, Дима. Тебе только не к нему, кстати, идти. Чему, к Александру? Нет, к чуваку. Делаем вот так. И хуярим его лопатой. О, бля. Нихуя себе. Я тоже так хочу, сука, уметь. Ебать, все бросил, снял. А у меня нету, да, не продаются такие еще. У этого, как у Гарта. Я, блядь, не успел ничего купить. Я к одному подошел, они все разбежались куда-то. Бля, этого не вижу. А кто он съебался, этот хуй? А вон он. Сзади. На тебе, ублюдок. Такс. Че, думаешь, это все? Так, магическую броню ты ему снял. А сейчас, наверное, кроме пойдет, да? Ну да. Раз, давайте вот так сделаем. Все. Надо было сюда. Да ладно. Не, он. Ах ты сука! Ебать, он хитрожопый залез и телепахнулся назад. А в чем прикол? Не знаю. Затупил. Все ходы потратил. Ну ладно, у меня там кривотечение, у меня хп много. Я выжил. Бля, еще. Ебать он раздает! Он... Сколько его ходов было? Мы тоже действия, да хуя. Вообще пиздец. Бур, это вообще бомбы, класс. О, все потухло. Не действия, да пиздец. О, епископ возвращается. И нет к теме. А пусть работает, да? Получил пизды, блядь, пока рядом проходил. Подушевил свою. Ебать, что это? Почему возле меня? Что это за хуйня? Да нахуй! Да не череп пустоты! Он со мной говорит. Блядь, ты пизда. Ебать, у меня дохуя хп, придется, кажется, ему перерезать сухожилие. Земля, его в аду только пиздить, кстати. И что он? А, он бить, типа, не может. Он ход сейчас пропустил, слышишь? Ну, он только появился же. Чё? Ну, призванные существа не могут тот же ход хуярить. Что они могут? Мои нет. О, я ж теперь не горю. Ебать, он, конечно, глиста вызвал. Блять, а куда мне такой ХС? Я не знаю, блядь, что мне делать. Вниз ко мне давай. Да мне наоборот сверху стрелять надо, чтобы урона было больше. Да к этому, к Александру, может быть, нет? Он уже оттуда ушел. Не, вон стоит он. А он в любом случае вызывает этого, блядь, червя. Да, это не он вызывает, это мы вызвали. Мы вызвали? В смысле, как его вызвали? Он против нас еще пиздец. Ну, это же щадие пустоты, оно к этим колдунам и столько тянется. Так, ну то дальше сам сдохнет. Мы слишком крутые. Не, он не сдохнет, скорее. Давай. Да просто ёбнет его топором. Я что, не могу себе его вызвать? Ладно, мне кровь нужна. Да вызовись ты, блядь, чё с ним скиллом не так? Да потому что места нету, Дима, куда он вызываться будет? Да я его во все щели пытался сейчас запихнуть. Никуда не вызывается. Блядь, чё делать-то, чё делать? А, блядь, надо ж труп, сука. А тут трупов нет в районе моей деятельности. Давайте тогда вот так будем играть сейчас. Такс. Блин, не достаю, сука. Тогда ты получи. А вот теперь он, сука, сам не сдох. Ну ладно. А вот червя сейчас будет хуёво тяжко бить. О, червь с этим пиздится. А, кстати, да. О, еще один. Нет, это тот же перешел туда. Червь просто молодец. Вообще. Он еще ко мне не поставил. Да, на чувака магистра рыцаря.
рамках, короче, хуяри сейчас на магистр рыцаря. Меня что-нибудь заебет. Нет, я его просто сейчас не скину. Ну, тоже вариант. Ко мне его кидай. Не, я черевью его скину, зачем тебе? Черевью? Пускай разбирается. Ебать? Магист, конечно, такой охуенный. Я его пижу. Ебать, у него там дохуище всего. У него брони 300. Угу. Да, он слишком силен. О, ебать, он к червю побежал. Охуеть, прикольно. Будем как эти зрители, такие хлопаем Александру, да? Пока он червем избирается. Применение, ладно. Ебаш червя, наверное. А в Александра не можешь? Не могу, но Александр нам же помогает. Ну до поры до времени. Ну как сказать, помогает. Мы будем. Короче. А мы тут каждый за себя хуярим. Да, все через жопу сделал, но. А! Че ты делаешь? Че-то не то пошло. Что-то пошло не так. Да, по-моему, да. Так. Сделаем, наверное, вот так. Ай. А, блять, я забыл, что тут от брони зависит все. О, вызвал свою хуйню. Несколько амебу. Такая рука появляется, блять, хуярит. Бля, чё на червя можно? Взрыв стихий. На, держи. Так, я ему 40 брони снял. А я да. Александра бей. Угу. У него как раз магической нету. Смотри. Талант само пройдет. Да давайте мы ему я дам. Пока потихонечку. Опа! Держи, на пасик. Ну, у него, кстати, нет сопротивления от яда. Да. А у червя как раз это от воды нету. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Чё? Сейчас нас срёшь червю на голову. Жестокий выброс, у меня 79-86 урона. Всем вокруг себя, то есть он и Александр ёбнет, и червя. И меня, да? А нет, ну ты там не там. Где они там, я возле тебя стою. Так, вокруг червя, ой, вокруг моей хуйни, которую я... А, вот эта хуйня? Амёба да. Ебаная? А, ну понятно. Какого, блядь, хрена ты делаешь? А чё, он поменял? Ах, он пидорас! Пошёл нахуй с моей грядки. Давайте друг друга! Подъебончик! Хитрожопый какой, да! Только этот сзади отдуплился, кстати. Магистр рыцарь Рома. Блядь, а я хотел на него юзнуть телепортацию, но Александр тут... Херни наделал. Так, бля, мне поюзать нечего. Ну иди, Роме, помоги магистра рыцаря ёбнуть. Ну да, он мне сейчас это в нокдаун отправил. Я считаю, что Рому хильну тогда, если сильно ему полетит. У меня до хилки. Ну, надеюсь, он на меня сейчас согреется, потому что у меня очки действия кончились. На нахуй. Неплохо, неплохо. Сейчас еще одного прям призову. Так, чё вам еще, пацаны? Смотри, сколько крови внизу. А? Прилично урона нам. Ну да, достаточно. Огонь, земля, яд. Блять, воды больше нет, ничего. Есть какая-то бомба, пустырь с водой. 79-86 урона дает. Знаете, вам, пацаны, тогда вот такую хуйню. Да, так. Ему щиты бы сбить окончательно. Кстати, а там уже проклятая нефть, еще не горит. Опа, 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 опа. Нормально. О, отлично, там второй труп как раз. Пойду его отпишу. О, червя? Да. Нихуя ты. Ебать, он лесковый.
Разы в сухожилие. А чё он как-то поплохел? Да что-то ему поплохело. Резко. Какой-то он не очень выглядит сегодня. А чё, Александр сдох, что ли? Не знаю. А за него ошибку сейчас дали. А, угу. Ну да. Ну я на него яд наложил, еще плюс я его поджег. Написал ему на лицо. Так что он, наверное, не выдержал таких унижений. Решил сдохнуть. Ой, да, сейчас кому-то полетит. Ну, он на меня стагился. Интересно, сотку тебе на урон нанес. Увечья. Так, у него щиты сбиты? Сбиты, отлично. Да, его просто пиздить можно. Не, у кого щиты? У него не сбиты щиты. В смысле? Но у него... Это не у него сбиты, это у меня сбиты, я на себя навелся. У него 200 броня защита. Вижу. Ты, Дима, вообще как не очень, да? У тебя же куча этих скиллов на некроманте, которые по физической броне бьют. Так... Болезнь, что-то там еще какая-то хер есть. Если я сейчас сделаю заражение, то нас тоже ёбнет. Ну, меня-то, да? Меня это не волнует. Так, ну Тёма, я не могу хильнуть. А ты можешь его портануть потом просто, да и все сейчас? Да не могу, я же на Александр не знаю. А, ну, на откате? Да. Давай, Рахимов. Я свой ход завершил, я сейчас еще подожду. Ууу, бля. Что бы ему сделать? Бля, тут ничего не могу сделать. Да взорви ты его просто. Он, по-моему, в небе стоит. О, бля, червю всю броню снял магическую. Ну и все. Могу... Блять, что делать, что я делаю? Не, ничего не могу. Ну и ладно, конец хода. О, бля, надо было туда. Кто именно? Червь. Тёма сейчас его допиздит. Да. Мы его все поснимали. А может не допиздит, кстати. Ну и все равно он почти. Он уже в предсмертной агонии горит просто. Блядь, ой, сейчас кому-то полетит. Нам обоим. Ладно, мы сейчас сделаем вот так. Все, ушел. Сменим броню. О, отлично, сейчас я его в стан отправлю. А что, опять я хожу? Окаменение. Да, то что всех мы отпиздили. А, блять, какого хуя у меня окаменение? Да ладно. Я отомщу тебе, ублюдок! На тебя охлаждение. Блять, а у меня хп дохуя. Получи. Гнидос. А-а-а, пошли пиздить, пиздить! Ой, Леня, там какой-то хуй пиздит, вот. Тёмой. Или это пизда? Пизденка какая-то, да. Лянь, длинноногая. Все, пацаны, ничего не знаю. Не хочет она мне за мной заигрывает. Да? Да. И че нахавает? Хочет большой и толстый, да. Чтобы ее там отдуплили. По самой не балуйся. Так, я что-то взял с червя. Я ничего толком не успел. Мне, короче, она мне типа за ухо, короче, укусила, а я говорю, короче, это типа по пятницу спросить, кто она такая, потереть ухо хворь, да, чем она больна. Вот, спросить, потрогать себя за ухо, чтобы нащипать рану, потребует ответа, что он только что сделал. Сказать, что если она еще раз вас тронет, то получит по зубам. А там есть потрогать ее за пизденку? Жаль. Это у нее копье, блядь, или фот? Че, это кого копье? Или что это такое? Не знаю. Может посох? Не, копье, по-моему, такое.
Так, я с кого-то тоже лутанул что-то. Короче, смотрите, чего налутали, может, там есть кому чему. Да, и я кидай, кидайте мне что-то. Я всего налутал, я все отдал Сане. Я опознаю пока. Плащ Александра. Натертое кольцо. Натертое. А чем это натертое? Кто там натер его? Тёма стопудов, он с ней пиздит. Ой, ебать, посох. Карнатель. Воздух. А такой-то не очень. Ну хотя... Можно будет попробовать поюзать его. А синий это же самый лажовый после белых. Чё? Синий самый лажовый, да, шмот? Синий, потом зеленый, потом... Ой, белый, зеленый, синий, фиолетовые. И желтые, по-моему. Короче, я искал, что... я искал, чтобы она... Чтобы она ждала, да? Чтобы она катилась к этим хуям. Да, иначе сказали, типа, переход все еще с этого... Локо. И без возврата сюда. Дрожь земли есть такая. Ну чё, выпало что-нибудь на меня? Не знаю, да, есть... Я тебе там накидал, Тём, пару вещей. Есть те сандалии из кожи монстров. Сопротивление воде, скрытность. Кинжалы, по-моему, какие-то. Блять, а сандалии неплохие такие. Ладно, возьми все сандалии. Кольцо магическая броня. Кому нужно кольцо магическая броня 22, восприятие плюс 1, геомантия ты плюс 1. Распознай все предметы, а мы через инвентарь посмотрим, что. Ну, я все распознал, смотрите. На плащ какой слот вешается? А, еще не, вот это не распознал. Вон ножи, одноручный топор, пояс нераспознанный. Да-да-да, сейчас по... Ой, блять, объедините. Что говоришь, Дим? Да, я отсортирую. Плащ какой слот вешается? Плащ? Да. Типа брони? А. Ну это он типа называется, ты плащ. Топор, пояс давай познать. Топор-то не хуйский. Кому топор? Мне давай. Он ниже моего меча. Так, пояс, что такое? Физическая броня, два возмездия, плюс сой козе, плюс три уклонения. Кому? Не, у меня на воровство. Пояс? Да. У меня какой пояс? У меня плюс один телекинез, 7% уклонения. Брони дает. О, можешь ты, кстати, кольцо отдать, вот это, Сань, слышь, натертое. Можешь мне пояс. Да и мне тоже пояс сойдет. Давайте я Ромке пояс, а как... тебе какое кольцо, натертое? Натертое, да. А и ты и мне все... его скинул. Блять, ну кинь Тёме. А кольцо он может дать. Стальные поножи кому? Сила 12 требуется. Нет, не, поножи штаны. Пока менять не буду. А чё они дают ещё? Плюс один телосложение, плюс один стойкость. 35 а физическая я... броня. Одень, ух, нихуя себе. Я тебя могу кинуть, на. Ну, если он не одену. Да, кидай его полностью. Кинул. Как, копье, волшебный камень жезл. А, это жезл. Нихуя себе, блять, я вообще тебе похож хуй пойми на что. Да и гляну, где ты там стоишь. Так, кто там со свинками общаться умеет? Я, давайте. Пойду, короче, сейчас пообщаться. Я хавчик принесу, я по фасту. Да, я тоже. А где ты? Святилище Амадии, там свинюшка стоит, надо квест закрыть. Святилище Амадии тэпаться, да? Ну я там сейчас. Ладно, сейчас я приду по фасту. Опа. Я тут, а. Проститута. Проститута. А где свинья? Покажите мне эту свинью мерзкую. Вот она. Свинья. Блять, куда я пошел? Ты что хочешь? О, приветствую. Поздороваться с свиньей и назвать ее имя. А, свое имя. Я такая на встрече. Как прошел твой день? Да вообще никак. Только встал, пожрал и вот. С тобой общаюсь с мерзкой свиньей.
Так, наединек меня выдался. Сперва я полыхала ярким пламенем проклятия, но тут появился незнакомец и унял мою боль. Это был я. Я пытаюсь привыкнуть жить как свинья. Трюфели мне никогда не нравились. Забавно, оружие убирает. Чего мы достигли, это нас заклеймили и эти камни прилетели. The results were horrifying. A double curse turned into I'm afraid I've never pursued. Я никогда не увлекался темными искусствами. Король Брак обладал большой силой и столько, но его способности порой были не от мира сего. Unfathomable. How he came by them, I can't say. I've prayed to Amadia real hard, but I'm not sure it's done much good. Still, a wizard trapped in a pig's body. Any ideas? Тогда что лучше ей сдаться, если вы думаете, и нырнуть в пруд. Давай в пруд. Ведь ничем плохим это не мне не грозит. О, свинью отправил в пруд нырять. Ну, враг хиляется. Да. О! Нормально. Так это была женщина. А куда он делся? Mm-hmm. А, вон она куда-то пошла. Куда он идет? Well, привет, свое добро свет, это Адамантия, твой путь. Ну-ка, что тебе можно... Ебать, у нее тут шмоток! Ё-моё! А ну, а деньги у нее есть? Да, 1600. А ну, вылези. Сейчас, подожди. Так, у нее амулет какой-то продается. Шлемы пиздатые, красивые. Ну, хотя они не очень, конечно, но просто смотрятся пиздато. А не, хотя не, сапоги только одни, сопротивление воздуху, скрытность движения, сила требуется. Да я хочу просто свои шмотки продать. Ща. Позовываться, спасибо, кто такая. Да я мах, и была махом давно. Ладно. Прощай. На, иди. А куда? Иди быстрее, лови ее. Ты сейчас убежит. Так. Пустые кувшины я продаю, наверное, хотя один оставлю. Может и годится. Горшок, можно с горшок забрать. А, они ж ушли отсюда, тебе можно тут все полутать. Это уже все украдено до нас. Такое бывает. На каждом шагу встречается. Блять, у нее денег не хватает. Ну, купи у нее что-нибудь. А смысл? Не знаю. Так, а я думаю, наверное, портануть тут этот самый. Бэшный лагерь, там же эти чуваки стояли. А, они ж ушли, блядь. Да-да-да, кто-то их согнал, блядь. Да, чек, я тупанул. Так, ну у меня осталось еще 200 монет. Так, это стоит 300 монет. Трупы обугленные валяются такие в этом лагере. Женщина валяется. Мертвый. Вот это продам. Ладно, то назад. Так, стильща Адаманти. Алло. Алло. Кто это звонит мне? Ты нахуй никого не звал. Ну-ка, яд у нее есть хоть какой-нибудь? А, кстати, а хоть мы свитки воскрешения не покупаем? А, ебать они стоят. Ну, поэтому и не покупаем. Можно украсть. У кого свиток воскрешения, скажи мне? Да вот, тут баба стоит. Я стою, пижу. Дай сохранюсь, а то сейчас это... Да. Так, вот она баба, да? Да. Пизди у нее. И раздай всем. Пригодится. Она, кстати, может запалить тебя. Меня? Ну смотри, я, короче, тихо подхожу к ней. Ну давай, я отвлекаю, а ты пиздишь. Так, ничего не делай. Так. Свиток воскрешения, да? Да, надо 7 штук их украсть. 7 штук у нее? Да. Нихуя себе. Так, осталось 5. Давай, еще. Я 2 украл. Если я украду еще, она мне запалит. Сохранись мне. Не, она в любом случае палит, как бы. Ну тогда не надо.
Так, ладно. Ну, сохранились, давай попробуй еще. Подожди, так, подожди, отходи. Так, сейчас, подожди. Свиток воскрешения. Кинь, кинь не один. Один Тромке кинь, один... Подожди. Лексу. И что, Диму воскрешать? Вы после убийства. При том, что уебники вы меня сами. Ну не без этого. Вот скинул. А че ты, кстати, на Жезу не переходишь, Викс? Они ж пизже, чем этот. Чем посох? Да. Но ты можешь два разных использовать. Да, оно иногда не очень. Че у вас там? Да, спиздили свитки воскрешения. Кстати, не написано что-нибудь. Да нельзя. Нельзя, нельзя. Простите. В смысле нельзя? Блять, ну нельзя, ты понимаешь, что за определенное количество можно украсть. Нельзя все прям. Пизди. О, слушай, а чего это? Ты тоже зажезл? Вода, огонь, и вода и огонь. Так, мы можем теперь знать, что делать, убедиться. Не надо. Тут никого не осталось. Да, да не надо убивать, нахуй заебалось убивать. Опыт. Ну опыт это как бы тема, конечно. Мы же все отсюда уходим. Чё, да продам остальное. Ну, тебе вам дождь. Ладно, я ее хуярю. Кого ты хуяришь? Я не уйдешь. Меня обокрали. На тебя огоньку. Огоньку не найдется. Бля, это я вас сейчас убью так. Не убьешь. Это вы так думаете, смотрите. Смерть всем. Не, мы вышли. Пиздец. О, еще свитки. Ну, давайте. Жезл, поцелуй смерти. Давай, мне кидай. Жезл мне поскидайте. Да куда я полез назад? Кстати, мирохит, да? Да. Я... О, неплохой жезл, кстати. Пока так, что это... Охуяли этот арбалет, который я тебе скинул. Ты его опознать можешь. Сейчас, давай. И кольцо опознай. Сопротивление огню, искусство убийства, некромантия. Блять. Ну давай мне она некромантия дает. На. У меня искусство убийства, конечно, нахуй не надо. Плюс два некромантия. Мантик хорошо. А это Ромке отдам. Все, я на месте. Так, ослепляющий. Я продал ей на 1600 и еще спиздил сколько там монет, 300 что ли. Спасибо. А вот с кем там? Да какую-то бабу Дима ёбнул. Ебать, тут какая-то броня обыкновенная, круче, чем моя необыкновенная. А, я ж теперь от крови хиляюсь, когда погиб. Так, интеллект, инициатива, плюс... Всем интерес мне тут. А все так. А, тут еще кого-то убить можно. Вода. А это что такое яд? Ага. Ну а что, хуярим хана? Не, хана нет. Почему? Он топовый парень. Нам же опыт нужен. Не, за него ты не получишь. Вообще? Да. А может из него выпадет еще полезного? Я знаю, кого нам можно убить. Ну, беги. Гулки, топи, мост. Ах, ебать, это... меня! Так, как раз... А, вот, расстелить. Давай мы сначала воруем. Расстелить еще на один. А у него ничего интересного, Тём. Ха, ебать, я приоделся. Вчера воруем. У меня... два. У меня... не знаю. Так, Рахиту 2 скинул. А ничего интересного, 450 монет подрезал. Говорит, ничего интересного. Так, у вас у всех по 3 свитка. И у меня 2 осталось. Я подбегу. Как они вообще выглядят-то? Аковы боли, Дима, это твоя книжка? Да. На, продашь что? Так-то я уже использую колу боли, но... Меня обокрали!
Ну, недолго она была. Так, а что я хотел? Сущность воды. Я же тебя обыскать. Эй, ты меня только что обокрали. Попытаться заговорить зубы. О, ну-ка, сейчас попробуем. Предложить взятку. Вас просто немедленно заявить, что силы, стоящие за вами, вряд ли с радостью отнесутся к такому поведению по отношению к вам. Ты как посмел, холоп, меня обвинять? Ловкость сказать, что у вас и мыслях не было совершать такое. Единственное, что вы когда-либо окрали, это чужие сердца. Память указать пальцем на обвинителя. Ха-ха-ха, каждый на вид обвинить. Не-не, давай вот это вот попробуй. Убеждение. А вот это ТП, что ли? Убеждение, один требуется ты. Дальше. Долго репетировал, я ведь не знаю, дальше. Атаковать. Конзиалы. А где вы, блядь, вы ТП шнулись? Да, мы ТП шнулись, это... Булки топи. Да. А, вижу. О, я вовремя успел. Как раз со самую заварушечку. Тут тебе можно подрезал у пацана хлам. Потом еще и пацана подрезал. Сначала подрезал кошелек, потом захожу. Как кошелек или жизнь? И то, и другое. И можно побольше. Не успею даже удар ему нанести. Не, почему? Он нормально держит, у него 400 хп. 500 даже хп. Так что ты еще успеешь и... Переуспеешь. Так, а что ты боишься? Друг, дай я тебя посмотрю-то. Огонь 20, яда не боишься. Воздух 20, остальное все по 20. Он что, нежишь, что ли? А, да. Ну, я тебя подожгу тогда, тебе пердачок. Немножко. Потом сожгу вот так тебя. Маг. Так, вообще, ну... вообще с ним должен был разговаривать Тифон. И все испечься. Пейн может. Он Нифону должен был передать оружие. Уже подняли, да? Ну уже да. Так, кем, блять, заблокировано-то? Иди нахуй. Да не, я... Баба-бордюрчик помешал Тиме. Ну, кстати, да. Ну, Рома говорит всегда, как уже, когда уже слишком поздно, да? Ну... Залискар, он торгаш у этих одиноких волков. А Ифон сам из одиноких волков. И у Ифона здесь было задание убить Александра. И через одного из монстров, которые стояли на входе. Ну да, там на входе. Ты узнаешь, что тебе нужно найти некого торговца по имени Залискар и типа забрать у него оружие. Опять ход приманится? Сколько ты ходить можешь? Вообще, читер. И будет он еще хиляется, кстати. Ну я тоже так хиляюсь от ударов. Вот эффект ослепляющего лечения на один. Ну и что у него там было? Не успел. Все? Мне тетива нужна. Следующую локацию идем. Ну да, тут все побили. Куда ты пешься? О, я знаю, что я сейчас буду. Цари вопрос. Пепаться куда? На Кудыкину гору. Я вам чуть-чуть опыта сделал. Так, мне нужна тетива. Где найти, блядь, жила? Жила заебись, возьмем. Бать, она стоит, конечно. Здесь вот так вот. Странный воришка.
Такая шпидить меня. Ты это заебал. Вас заметили. Оп-оп-оп-оп. Кстати, у бабы Небора, который кузнец, у нее тут денег до хера. О, где она? Я святой, цените. Блять, всех торгаши поубивали. А, как вы вообще могли? Да все, Тёма. А кто там бегал, кричал, я убью всех, кто вам дорог. Да-да-да. Тёма. Нет, это Рома. В смысле, Рома, ты мою ласточку, рыбочку мою убил. Как её, блядь, забыл, уже зовут. Вот так вот уходит тёлка и всё забывается. Бенка. Точно. О, Небора. Отвлеките кто-нибудь Небору. Блядь! Блядь! Ну придется ее убить. Придется. А я хотел сначала спиздить. О! Саня, а ты сюда был на берегу разговаривал? Помнишь? Чего? С Димой что ли? Не помню. Тут краб. Блядь, у него все 12 этих, блядь. Сейчас попробую. Даже Сань. Чё? Девушка еще после смерти 2 часа девушка. Ебать, что я такое взял? Что ты такое сморозил? О, так-то лучше. А где краб? Не вижу, какой краб. Вон у меня спаки. Сейчас направо на поворачиваю, да наверх. Сука, перекачайся. Крокодила вбили. Блять, сука, что я такое взял? Я не могу идти, блять. Может, картины какие-нибудь? Портрет Александра, да. Вот так-то лучше. Лошара. Ебать ты педик. Три штуки, ну куда я иду? Блять. А нет, денег нет. А, я их сейчас продам. А нет, не продам, я теперь взять их не могу. Они весят 500. Ну, блядь, а чё мне... А чё мне видите сверху? А, вон краб. Блядь, а продать-то некуда. Словами спасите крабу. Что же сделать-то? Торгаш в пещере есть. Bow before Septar the Ineffable, bow before it's too late. This power is my birthright, same as yours, блин, but once sorcerer's damn ha! But of course... Это мужик еще, ну-ка. Let's team up, you and me. What do you say? How do? Right now, though? Aye. He drags a... А мы лягушек убили, да? Да. Там да. Где их было дохуя, дохуя. А, вон пещера нашел.